ну вот мы уже разогрели, видишь, тут температура, даже кожа разная. Надо 1,5 градуса выше. Вот. Хочешь попробовать пощупать? И покраснение, видишь? Да. Поздравляю тебя со здоровым покраснением на полспины, как говорится. Слушай, ну, только кровь побирала. Турбер кожи отличный, трофика ткани в норме, кровообращение хорошее. Немножко еще потерпи. Хруст был. Слышала, да? Да. Приятно стало. Что почувствовала? Приятно? Да. Боли не почувствовала. Вот. И как бы и растеклось такое тепло, да, что-то, да? И как бы тепло такое растекает. Сейчас мы еще лопаточку отдельно проработаем тебе. Вот, а многие люди боятся хруста. На самом деле в этом и есть смысл, и наслаждение. Многие только приходят, делай что хочешь, но только похрусти. И плечико расслаблено, расслаблено. Оп. О, как лопатка заходила, видишь? О, отлично. Когда слышен шорох такой, ших-ших-ших-ших, это значит, кинетическая энергия трения переходит в тепловую энергию. Пошло тепло? Да. Как помните, раньше была реклама Блендомеда. Одну половинку яйца покрыли, другую не покрыли, почувствуйте разницу. И вот ты чувствуешь разницу здесь и здесь? Я чувствую, что у меня расслаблено, вот это прям половина просто, и тепло, горячо по всему телу. Вот, это еще тебе да, бонусом эффект сауны. Плавное движение переходит в триггерные точки. Потерпи чуть-чуть. Тут будет болезненно. Нормально, да? Да. Ну, а тут уже не больно. А тут как раз таки уже да? Более чувствительная зона. Вот. Чуть ли не 4 пальца заходят под лопатку. Серьезно. Может быть, я скоро полечу. Крылышки тебе вырастим, да. 16-го этажа. После мануальной терапии. Только не вверх, а вниз, да? Как пел этот Макаревич. Мальчики-шипники, как всегда. Ребрышки тебе раздвинем. Избавляет межреберной невралгии. Вообще, может у тебя хороший барабан получится. Пошлепаем. Вообще, массажисту женщины позволяют делать такое, за что другие мужики получают по морде. Да? Висит. Все, расслаблен. А мы выдыхаем. Было. Еще раз. Слишком ты гибкая. Все, отдыхай. Так, было там, да? Вообще. Все. Было все сейчас. Все, испытала жизнь, да? Да, я сейчас везде прощелкала прямо. Только можно было. Ну да, но это еще не все. Еще половину пути. Да, половину. У меня такое ощущение, что у меня даже эта половина чуть опустилась и как-то вот расслабилась. Вниз, да? Да, ну, да, да, это такое вот может быть запросто. Вот вверх как-то поднят на каком-то напряжении. Это здесь просто. Работаем мы по половинкам. Расплылась. Сейчас вторую половину. Как раз, как художник-художнику, скажу тебе, главное попасть в колор. Ты бы видела сейчас свою спину, да, сфоткай. А уже я же растер. Ну, сфоткай. Это там на видео ниже. Просто там. Да, одна светлая такая, другая красная. Как после бани. Пошло кровообращение. Как говорит Гагарин, полет первые 5 минут идет нормально. После первой процедуры все будет же перестраиваться, да, получается? Да, да. Если организм безработник, все, немножко побаливает, наверное. Да, могут мышцы
1-2 дня еще поболеть. Но я всем рекомендую, если что, можешь ванну горячую принять. С эффектом мертвого моря. Солью. Да. Это 2 пачки соли, 2 килограмма. У меня есть морская прям. Вот, пачка. Вот морскую, да. Ага. Обычную в магазине. И 2 пачки соды. А, еще соды. Да, тогда мышцы сразу расслабятся. И полежать надо, температуру так погорячей, 39-40 градусов примерно. И не 5 минут полежать, а где-то минут 40, 30-40 минут. Тогда тебе все отпустит. И психологически, и эмоционально. Отлично. И... Обязательно попробую это сделать. Да, и мускулатуру все отпустит. Молочная кислота там сразу будет уходить завтра, если поболит. Ну, я за тебя спортзал. Считай, это пассивная гимнастика. Я за тебя тренируюсь. Так. Потерпи, потерпи. Вот позвоночки твои. Терпимо, да? Да. Все прекрасно. И даже вот так удерживаешь. В конце, как я уже поняла. Не, все нормально. У тебя конец здесь или здесь? В конце процедуры. Процедуры. А у нее протрузия с правой стороны, да? Нет, между позвонком. Посередине. 3-5 позвонок. Точки потерпи немножко. Да. 3-4 и 5-й, да. И первый. Все этот крестцовый. Угу. Ну, кстати, иннервации у тебя нет. Вот смотри, здесь не больно? Нет. Здесь. А, вот. В ногу, справа. Онемение в ногу вправо. Какой, да. Справа, да? Да, прям вниз онемение пошло. Так, вот грушевину, может, проверим. Нету? Вот здесь? Вроде нет. Нету, да? Вот тут? Нет. Нету, да? Что-то у меня как будто правая чуть подонемела, это вот после вот того зажима. После этой точки, да? Да, прям как будто покалывание. У нее, понимаешь, Алексей, какая пошло. Ситуация? У нее бывает, ее подклинивает и все. Все. Спину. Боль и не можешь шевелиться, да? И выпрямляться не можешь. Спина, сесть, ногу, да, как седалищный. Ну колчат, да, это седалищный, да. Значит, грыжа немножко вправо выходит. Вот отсюда идут корешки, и они объединяются в седалищный нерв, а дальше уже вот седалищный. Ну, вот, ну, сейчас у тебя, видишь, не болит, вот эти точки я вот я проверяю. Все нормально, да? Да, только он сверху где-то там был. Потерпи. Вот здесь вот, да? Да. Еще чуть-чуть потерпи. Во! Уже могу поздравить со здоровым румянцем на всю спину! Работает команда фокусников. Волшебник.
волшебники, да. Мы, ребята, гудвинята. Так само не прыгает. Больно, больно, да, через боль. И сюда тоже потерпи чуть-чуть. А сюда не больно, да? Колено не бьет, да, вот бьет правую. И сюда? Да. Угу. Расслабляй. Зажим в ноге, в колене. Как будто защемило дать. Вот ничего, как раз больной. Отстреливает, да? Сверху прям. Отстреливает. Вот тут, да? Нет. Вот здесь вообще. Здесь. Как будто здесь защемило, и все, нога. Расслабляй ногу. Расслабляй. Вот она там щелкнула. Нет, напряжена. Еще расслабь. Нормально, отпустила? Да. Все, как будто защемление прошло все. Ну, прошло, да? Ну, отлично. Да. И мы себе проверяем боль. Нет, опять идет в колено. В колено, да? Это может мой мениск все-таки. Может быть, да. Но вообще боль отсюда все начинается. Да. Поэтому ягодицы очень важно массировать. И когда делаем спину. И когда делаем ноги тоже. Вот отгадайте, ягодицы это продолжение ноги или окончание спины? Мне кажется, не то, ни другое. Мне кажется, это не то, ни другое. Ну, скорее, и то, и другое. Ну, либо так. Да. Техника рубанок. Начищаем тебя всю. А ну-ка, пусть падает. Нижнюю и верхнюю трапецию. Так, и теперь немножко потерпи. Нормально? Поясницу не отдает? Сюда? Нет. Ну, значит, у тебя не грыжа, а протрузия. Это еще одно доказательство. Вот, да? Да. При грыже была бы острая боль. И теперь выдох. И еще. И еще. А вот вы нас смотрите, ставьте лайки и дышите вместе с нами. Выдыхаем вместе. All together now. И теперь длинный такой выдох. Расслабились и. Расслабилась. Давай. Еще готова? Все. Дышим спокойно. Расслаблено. Умничка, все удерживаешь. Если бы я массажировал, меня бы выгнали из дома. Я бы тебя ударил вообще. У меня, видишь, она же меня бьет, он, я тебе говорю. За что? За боль? Да я шучу, нет. Видишь, Сань, надо терпеть. Как правильно. Доктор говорит, терпи. Я же подготовлен. Терпите, иначе не будет терапевтического эффекта. Ну, она сама терапия... отчасти так и есть. Терапия и терпение, это же ты коренные слова. Да? Да. Терпи. Терпение? Терпение и терапия. А, терапия, ну, ну... Это как ягодица. Что-то между. Что-то между ягодицей. И спиной. Тащить ногами. Смотрел фильм вот буквально сегодня. Эта фраза такая прозвучала, философская. Найти свою судьбу, это все равно, что нашел клитор. Вот вроде бы нашел его, а он тоже где-то рядом. Где-то рядом чувствуешь, но теряется все время, теряется. Вот, терпимо, да? Хорошо, вот мышцы растянем. И потерпи точку немножко.
Можно стонать. Эротически. Так. Некоторые девушки вот нажимают, они так прям. О, это мне давно хотелось. Многие вот, кстати, на Ютубе смотрят мои видео и говорят, что происходит нейровизуальное впечатление, то есть прям на себе представляют. Не, ну это же такое есть. И даже расслабляются. Визуализация. Да, визуализация. Это делают другому человеку, а да, они чувствуют на себе. Проживаешь чувства. Прям пишут мне, ой, у меня шея прошла, я посмотрела, шея прошла. А я спал так хорошо сегодня. Висит, просто висит. Выдыхаем. И еще раз. И еще. Ну, все. Отдыхай. Обе руки под голову. Да, будем пониже. Вот тут самое приятное место сейчас начнется. Подать молоток, да? Главное напугать девушку. Да ладно. Молотком я умею работать. Я куда-куда бы не поехал, на самом деле. Давай, когда я усыплю ее бдительность, тогда принесешь молоток. Да. Мы тогда доделаем. Значит, пока она не знает. Так. Мужчина с мужчиной всегда договорится. Вот это уже страшно. Ладно, значит, не волнуйся. Меня шутим. Главное, чтобы у тебя всего это справилось, все. Сейчас голову в бок туда наклонить. Ага. Главное, чтобы все справилось. Так, не больно, да? Нет. Ага. И в другой бок. Вот так вот хорошо, да? Закончился? Нет, вообще огонь. Да, там вот внизу стоят они. Вот видишь, посередине. Замечательно. Замечательно? Ты скажи это нашим зрителям, кто не верит. Это просто волшебно, ребята. Ради этого стоит прийти. Вот видишь, а ты говорила, зря пришла. Нет, я вообще... Как раз побаивалась, но на самом деле здесь очень страшно. Сейчас будет еще круче. Люди просто насмотрятся вот этих видео сумасшедших. И, естественно, боятся. Но здесь бояться нечего. Учитывая, сколько раз я была уже на массажах, практически то же самое. Угу. Практически. Массажи, да. Но массажи. Это того организма требует. Да? Мой так точно. Вот холку твою как раз разомнем. Да, правильно ты назвала, Олег, холка прям. Холка, да. Лошадиная, да? Ну, не лошадиная там. Лисиная название, там. Название, коровья, медвежья. Сюда может отъебить. Если потерпишь. Потерплю. Да. О, боже, я так неожиданно сейчас было. Ну, просто эффект неожиданности, да. Я думала, Богу молоток принес. Эффект был похожий. Да, можно без молотка вот своими руками сделать. Как отбойный молоток. Чувствуешь? Растяжение позвоночника идет. Декомпрессия. Отодвигаем таз. Высвобождая вот эти вот места, где грыжи, протрузии часто у нас появляются. Диагональное вот растягивание. Чувствуешь, да? И художник с
смывает свой рисунок. Сбрасываю негатив. Эффектно растягивается трапеция. Я как тело задышало. Просто. Все тело дышит, да? Легкость такая появилась. Вот, очень хорошо, что ты даешь обратную связь. Как раз мы понимаем, что мы делаем, что получаем и куда воздействуем. Да? Да. Нарисуем эполеты. Полное расслабление пошло. Чуть-чуть. Фу, выдохнули. Как, терпимо? Да, отлично. Ничего вообще такого супербольного, как рассказывают. Как люди там страдают, да, показывают, кричат. Ну, какие-то есть, конечно, неприятные там моменты, но это все достаточно терпимо. И потом такое расслабление наступает, что. Да даже нос заложило, кровь побежала, да? Да. Да? Ну да, да, и лимфа там тоже чистят. Сосуды заработали. Вот тут где крепятся мышцы в голове. Ага. Самые такие места. Если их не расслаблять, то начнутся потом головные боли, метеозависимости, хроническая усталость, бессонница. У меня часто. Да? Я вот ночью долго не могу уснуть. От этого избавим. Кстати, гарантирую тебе, что сегодня сон будет вообще великолепный. Как у младенца, да? Да, да, как у младенца сегодня прям вообще. Наконец-то мне завтра тоже как раз не рано вставать, я выспалась, да. Я завтра встану и вам напишу, спасибо. За эту ночь. Ничего не подумайте. Вы ничего не подумайте, муж сидит рядом. Височная боль бывает или затылочная? У меня спереди болит голова. У меня, кстати, затылок не болит. Виски, да, и спереди голова. Вот эти точки можешь сама себе массировать это. Вот височную боль избавляет, да. Да, я пытаюсь все время там тремя пальцами что-то массировать. Я все время думаю, наверное, это бесполезно. Ну, интуитивно человек может сам себе что-нибудь найти, там, точку определенную, да. И промассировать. Самый первый в мире массаж откуда взялся, знаете? Нет. Ну, тут ударил за счет плечом, да? И начинает его сам себе стирать. Угу. Вот уже первое понятие о массаже. А-а-а. А потом с годами, с веками это все обросло, там уже подробностями лимфатической системы, кровеносной системы, точки, акупунктура и так далее. Можно еще глубже уйти с применением астрологии, биологических часов разных внутренних органов. Угу. Вот у нас же точки внутренних органов многократно проецируются на теле. Вот у меня была одна девушка, у нее болела вот эта вот часть, вот эта вот точка, пояснично-подвздошное сочленение. Сколько я там не массировал, вот всегда оставалась боль. Тогда я что сделал? По диагонали, вот на ухе, также проецируется наш позвоночник. Вот в этом месте примерно, вот крестово-подвздошное сочленение. Прищепку поставил, прямо обычно бельевую, и пока массировал спину, она работала. Потом снимаю прищепку, нажимаю, нету боли. Вот ушло, представляете, от уха, оказывается. Так, вот шейку потянем. Будем делать любимую лебединую? Да, у меня и так вроде не короткая, но если вытянется еще дальше, то я не против. А так будет еще красивее. Да, хочется ходить прямо уже.
Я устала уже немножко вот это вот, как бабушка. Да, не сутуйся. Сейчас мы тебе спину укрепим, и как раз распрямишься. Самим все же это надо тоже прорабатывать, конечно. Заниматься, продолжать. Ты имеешь в виду фитнес или сам массаж? Дома, наверное, какой-то лечебный, физкультуру, да, чтобы ну, какую-то, это же все бросать вот так. Спорт, не нужен спорт калечит, а вот физкультура это другое, это физическая культура нашего организма. Его надо продолжать заниматься. А как же стройность мышцы? Так хочется. Чего хочется? Стройность мышцы, кубики, руки такие подкачанные. Ну, конечно, хочется. А потом вот идешь лечиться после этого всего. Так, сейчас я тебя вытру салфеточкой. Ага. И потом мы так слегка понажимаем. Аккуратненько. Ага. Нежненько. Олег, а насколько важно вот перед, так сказать, перед, ну, как бы правильно сеансом выразиться, похрустываниями, вправками и так далее, разогревать вообще организм? Важно. Очень многие, вы там в Ютубе можете где угодно видеть, специалисты не разогревают, у них сеанс там 10 минут идет, длится. В принципе, зависит от тела человека. Если человек пришел к такому специалисту, и видно, что он такой подвижный, такой, как на шарнирах, да, ему можно и сразу. Но обычно же приходят со спазмами, с гипертонусом в мышцах, понимаешь? Надо это все сначала убрать, устранить, чтобы можно было провести прием мануальной коррекции. Ну, то есть, условно, чтобы было видно, в каком состоянии тело находится, когда оно расслаблено. Да. И, естественно, надо разогреть человека, да. На горячую легче делать прием, чем на холодную. А на холодную бывает еще как. Человек не успел расслабиться, специалист, так скажем, горе-специалист, ему как хрясть, все равно надавил, и получается еще больше спазм. Он же в этот момент напрягся и еще больше спазм. Так, давай руки расправим в стороны. Просто лежим, отдыхаем. Сейчас мы твои суставчики подправим. Ну не больно, когда стучу? Так. Этим молотком, да, это в пальцы. Да. Так. О, слышала? Ага. Ого. В неожиданном месте. Да? Там вроде бы кажется и хрустеть нечем, да, кожу, за кожу берете. Потерпи. Ладно, дальше щипать не буду. Котенка тебя потрясем так. Представляй себя кошечкой молодой, гибкой кошечкой. Хорошо, давай еще подышим, на выдохе, и еще раз, и еще, на выдохе.
Теперь вот эту ногу расслабила. Мне даешь ее вот так. Нет, не расслабил. Еще ягодицу расслабляй. Бедро, все полностью расслабили. О! Вот такие вот у нас приемчики. Когда все трещит, да? Давай голову на бочок. И я сейчас переложу, сама ничего не делай. Делай вот так сюда. О, расслабились. Фу. Живая? Я в шоке. Покажи нам лайки, потому что многие думают, что голова отвалилась и укатилась в кусты куда-то. Обалдеть, ты это слышал? Не видел? Боже мой. Слышно, да? Вообще. На другой бачок. Шок-контент. Так, на этот, да? Шок-контент, да. Просто. Да. Вот так. Поворачиваем. И расслабляем голову. Угу. Бежим, еще расслабь. И ты уже в шоке. Да. И там тоже выстрел голову. Опа. А все, выстрела. От выстрела. Фух. Я представляю, как вы устали. Я-то ладно. Я-то устала, ладно, да? Я-то тут лежу, что-то вроде... Давай голову еще ко мне, вот сторону. Вот сюда загибаем ее. Ручку вот сюда. А эту руку клади на верхнее ухо. Да, вот сюда. Ага. И расслаблено. Все, здесь ровненько. Так. Фу. Потрепала жизнь. Руки туда спустим руки. Спустим. Так. О, жизнь потрепала, да. Теперь эту ногу расслабили. Так лечиться приходится. Еще расслабляем. Еще ногу расслабили. Все, так. Теперь поворачивайся боком ко мне, вот на этот бок. Так. Оп. Еще локоть. Да. Это прямой выток зацепись. Вот так зацепись. Ага. Все. Эти умеем. Так, эти руку назад. Ага. И. Давай ногу напрямую. Прямую сюда. Молодец. На другой бочок переворачиваемся. Ха, спина выше. Это у меня локти хрустят. Локти? Ага. Какие-то в руке суставы. Это ногу туда можно свесить, если хочешь. Так, это зацепиться. Да, здесь. Да, это зацепиться. А руку назад. Угу. Ту вперед. Хватай свой локоть. Ой, коленку. И головой назад тоже смотри. Вот туда. На таз, видишь, тазовые кости, показывай пальцем указательным. У нас принцип такой, куда смотрим, там и происходит воздействие. О. Что такое, что такого? На этот. Ой, палец свело. Свело? Да, сейчас не будет. Это у меня периодически бывает. О! Я ему так не разрешаю мне делать. Мне сейчас не больно. Сейчас не больно, да? Нормально? Да. Расслабляй ногу, расслабляй. Скажем. Да, Ромыч. Так, сюда опускается, да, нога? Да, это вообще. Без проблем. Так,
Короче, у нас правая получается. Слушай, да, я сейчас, я даже не вижу, у меня сообщение. До него точно сообщение дошло. И мне интернет отключил вообще. Дай мне, блин, можешь Дане набрать, узнай, пожалуйста. Просто я даже выйти никогда не могу. Я у врача. Давай. Свистит и хрустит. Организм трясется, да? Ага, прям есть тряска такой, да, пошла. Это пошла реакция? Ну, реакция пошла. Представь, я тебе вот особенно шейные позвонки. Он в шоке, организм. Это называется перезагрузка компьютера. То есть головной мозг, он постоянно отправляет сигналы в каждую точку организма. Ему надо постоянно мозжечку понимать, где мы находимся. Сидим, лежим, там упираемся, да, или падаем. Он постоянно контролирует каждый нож, каждый пальчик. И с этими блоками он недополучал информацию. Много-много месяцев там, или лет. Сейчас ты все раскрыл, все хлынуло в голову, информационный поток, и компьютер перезагружается. Перегрузка, короче. Парасимпатическая нервная система. А мои ногти поранились, наверное. Да, наверное, ноготь поранился где-то. Вроде никакого. Да, сейчас будем расслаблять вот эту ногу. С бедром что-то. Что-то встало куда-то, как будто. Вот здесь было, да? Нет, вот тут в колени что-то прям встало. Опускаем. А может голову туда прям по центру, да, вот по центру, чтобы было. Так, вот тут не болит нигде? Нет. Нету, да? Нет. Здесь? Нет. Так, опускаем ногу. Голову так посечет и поднимаешь. Я же уже больше. Тут зажим. Ну да, кстати, шея. Здесь, да? Да, стало. Вот здесь уже такой боли нет. У меня теперь только в колено. Здесь, кстати, стало раскрываться. Вот сюда боль пропала. Вот здесь нету. Сейчас нету, да? Нет. Я нажму? Нету? Ну, такая уже мышечная, знаете, как в зале, когда немножко подрастягиваешься. А сейчас стало только в колене осталось боль. Ты представляешься? У меня в паху вот этот вот зажим, который был, ушел. Да, ну мы сразу проработали сзади, а сейчас еще спереди проработаем, еще будет лучше. И кость, да? Да, и кость, смотри, смотри, кость у тебя уже ниже, видишь, стала почти на одном уровне. И это как будто чуть вперед стало, да? И да, не... да. Сравниваю. Ну еще не до конца, сейчас еще доделаем. Немножко, да. Ну не за один раз же все делал, такого же не бывает. Ну а лет тогда, с моими болячками, когда два шейных позвонка мы ставили. Ну конечно, не за один раз. Ну, я вообще ожил. Ты сказал, ну ты там два-три сеанса максимум, говорит, возможно, типа, и все будет нормально. У меня шея поворачивалась. Шея. Стал поворачиваться? Нет, у меня вправо поворачивалось хуже, первого, чем влево. Потому что я на шею, у меня плюхнули, ну там было дело. И у меня, ну, два шейных позвонка, короче, вылетели. И из-за этого у меня кровь, как эти вены называются, я не знаю, вот эти вот, задние, которые, да. Задние, да, там, да. У меня был мозг, да, у меня была проходимость вена 1,8, а с этой была 0,4. О. И когда я потом этот. Ты потом проверялся? Нет, я не проверялся, меня. Сильно сопротивляйся. Ну, заметно стало. Ну, у меня перестала голова болеть, она крутиться начала. Голова перестала болеть, да. И зрение даже улучшается. Ну, зрение, конечно. Держи на весу. И прям сильно сопротивляйся. Колено боль вот сюда. А в колено еще раз сопротивляйся. Мой а давай здесь тогда. Еще поднимай. Сопротивляйся. Еще. Ага. Все. Теперь свешиваю ногу вниз и двигайся к краю. Сюда. Угу. Еще край чуть-чуть. Чтобы нога прям висела. Смотри, я давлю вниз на вдохе. Задержка дыхания, поднимаешь ногу. Вдох. Даем. Выдох. На выдохе полностью расслабились. О! Еще раз вдох. Поднимай. Угу. Тянем. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Все, ложись.
по центру, по центру. Расслабили ногу. Вот тебе колено. Нежданчик. Ох. Ну, проверь, как оно. Сейчас не болит. А видишь? А врачи что говорили? Мениск надо вырезать, там грыжу надо вырезать. Операцию делать, да. Операцию сразу. Да все там встало уже. Вот смотри, сейчас я посажу в позу лотоса. Пол лотоса. Офигеть, меня не бьет в колено сейчас. Боли видишь? Нет вот сюда. А что это было? Вправе смещение. Мениск. Смещение, да, вправе. И теперь вот в сторону разворачиваю. Не больно, да? Чуть-чуть. Ну, это, наверное, мышечная просто, да. Теперь ложи сюда, опускай ногу. Да? Не больно. Смотри, как у тебя нога легла теперь. У тебя нога легла теперь вообще полностью. Помнишь, ты пришла? Вот я лежала. Пришла, она была вот так. Я знаю, она у меня уже 2 месяца. Я Вовке 10 раз говорила, Вов, у меня нога вот так не раскладывается. Я периодически лежу. Но она лежит, она у нее до какого? Это у меня вот ложится ровно, а это вообще не ложилось. А сейчас у тебя нога лежит. Больно? Ну, мышцы, конечно, не растянуты. О, опять пошло. Кто? Что пошло? Стресс по организму. А, дрожь такая, дрожь, да? Да, 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 дрожь вот эта. Ну, дрожь бывает, да. Пальчик сводит опять вон так. Ну, не здесь сводит? Эту ногу, да, вот сводит. Вот пальцы вот прям здесь, да? В пальцах. Вот. Терпи. Нормально? Да, мне приятно было. Да. Вот туда надо нажать. Убери отсюда. Выкиди ее. Понял, что делать надо? Я тебя буду лупить, я понял. Лишние пальцы, вся нога в пальцах. Выкини. Ты мне все время ломаешь. Может, надо? Ну, так, вот, приятно даже, да? Да, так как будто вот расслабляешь. Ну, вот, пятки вместе, да? Угу. Смотри, я буду разводить ноги, ты своди. Угу, сопротивляюсь. Да, сопротивляюсь. Вдох. Своди. Знаешь, дыхание, выдох, полностью расслабились, расслабились, на выдохе, все, полностью расслабились, все. Еще раз, вдох, выдох, не, сопротивляюсь, подожди, вдох, сопротивляюсь, выдох, на выдохе расслабилась, расслабилась. Фу. Еще раз, вдох. Задержка дыхания, дави, на руки, соединяем. На выдохе расслабились. Теперь вдох. И дави. Даем. Выдох. Опять колено, правая боль. Выпрямляю эту ногу. Расслаблено. Еще какую-то ногу. И расслабили всю ножку. Расслабили полностью. Ногу сводит, но пальцы. Эту сводит? Ага, здесь? Там пальцы сводит. Здесь сводит? Сейчас. Так. Отпустила? Да. Вот полностью расслабили. Расслабляем, сейчас. Двигайся обратно. Нет, жена, расслабь. Все, расслабь. Сейчас будем ногу удлинять. Это уперлась прямая. Это ага. Прямая нога, а это расслабленная. Чувствуешь, что на бедре тянется? Ага. Ты даже можешь сюда вот руку положить. Мышцы. Да, и чувствую, как они тянутся. Прикольно будет. Это раз прямая, да? Чувствуешь? Да, чувствую, как мышцы растягиваются прям.
Все, двигайся обратно. О, божечки. Смеешься, все, давай, чё. Я подсмеиваюсь. Ложись, ложись. Все равно ноги. И вот они выровнялись. Опа. Вот что и требовалось доказать. Блин, надо было заснять. Надо было. Да, что-то мы фото не сделали до. Вот. Надо так вот показать, чтобы было видно. Вот по вот этим косточкам была сантиметр разница. И по пяткам. Это правда. Да, это сейчас. Подтверждаю. Сейчас все ровненько стало. И сейчас будет такой интересный прием. Долгожданный. Вытяжение всего позвоночника за череп. Попросим, можно нам помочь. Можешь сесть вот сюда коленками и на бедра. Он 100 килограмм весит. А, подожди. Сначала подвинем чуть ее. Так. Сейчас я подвинем. Ну а что ты выдержишь? Ты же, он же на бедра садится. Давай. Не на коленки, а на бедра. Вот. Так, ну, я еще придерживаю тебя. Прием запрещен во многих странах мира, в Эмиратах и Саудовской Аравии, Сингапуре. Давайте без смертельных номеров. Рулетка это как бы не мое. Я обычно не выигрываю нигде. На самом деле я просто зрителей запугиваю. Это для вас шок-контент, для нас это приятно. Проверим просто шею. Я прикалываюсь, конечно. Я так 100 раз делала. Делала? Да, вы забыли. Потянем. Расслабляемся, глаза закрываем. Челюсть смыкаем. Вот умничка. Тянем. Вот говорят, дед не мог вытянуть репку, а мы сможем. Твою ж мать. До тросов. Нифига себе. Докуда дошло я? Нифига себе. Ну, мне кажется, вот здесь все кости вот так вот все. Да. А ниже дошло до одного отдела. Нет, тут я ничего не почувствовала. У меня, видимо, такое тут скопление моих этих. Я вот тут все. У меня кого-то все кости такие раскидались, как надо, встали. Круто, да? Вообще прикольно. Ну сейчас, поскольку ты молодая, еще раз сделаем. Пока сиди. Чего еще? Да и не достаточно. Мы по другим углом, чтобы дойти до. Да потом на грудного отдела, да. А пускай что-то. Не надо, да, держи за руки ее, чтобы она успокоилась. Ох. Вообще ничего не поняла, что это было. Я как-то отключила на секунду. Чакры включились? Драгоник-то здесь засветился. Сейчас, ну давай, приходи в себя, говори нам, что ты почувствовала. Да, можно вставать. Главное, ноги, таз выровняли, вот самое главное. Ну, мышцы прям такие стали сильные на шее. Мышцы как будто накачало прям. Мне как у качка, как будто все так. Что да? Это? Да, ощущение, что у меня шея такая крепкая стала. Я не знаю, что это. Вставай, одевай топик. Так, да. Стриптиза не будет. Да, стриптиза не будет. Секса не будет. И садись спиной, вот так вот, как ты сидела, садись. Туда лицом. Сюда там поплотнее тогда. Ага. Все, сидим, проверим шею. Опускай. Расслаблено. Ну, почти ровненько. Сейчас небольшие. Не, напряжена. Еще расслабь. Вот, расслабляю полностью. Полностью расслабляем. Угу. Ну сейчас чуть-чуть подправим. Там немного. На меня можешь вот так вот обкатиться. А? Голова висит. Висит, болтается сама по себе. Вот. Молодец. Еще. Опускай голову. Посмотри, она по собственным весом падает сюда. Сюда. Давай еще раз. Опускай. Слайд, пугаешься, да? Да, уже не мне первый раз и все, это там напряжение. Первый раз шепнул, да, давай, я подожду, когда расслабишься.
Я жду, просто жду. Это мозг включается. Да, мозг включается. Кладу щеку на руку. И вот это загибаем туда. Падает. Просто голова под собственным весом лежит. Ого. Лежит, лежит. И в эту сторону. Просто лежит. Ну, о, слышал, прям. Встало все на место. Прям в мозг щелчок пошел. Теперь вставай вот тут стоя. Немножко поясничку подправлю. Звезда в школе. Почти порно-звезда. Да нет, никакого порно, это медицинская процедура вообще-то. Так, руки вот так обе. Угу. Выдох. И расходись. Теперь давай. Вот ту ногу, коленку вверх. Ага. И смотри в телевизор. О. Колено мое больное. А, что колено болит, я забыл. Забыл, да. Теперь руки на шею в замок. Замок на шее, на шее. Просто волосы мешают, да. Да, вот так вот. Нагибай голову к ключицам. Локти своди вместе. Не сильно расслабленно. И провисай, как в гамаке. На пяточках стоишь и назад, как в гамаке. Нет, плечи не прикрываю. Еще раз. Угу. И теперь вот твоя вот эта холка. Выпрями. Как-то давай резинку оденем, где твоя резинка? Да блин, все, уже умерла резинка. Ну все, попробуй. Со столькими процедурами моими. Давайте свою резинку дам. У вас тоже есть резинка? У меня для всех. Сейчас я сделаю. Думаю, что ее починю временно. Забыли убрать. Чуть назад отойди так. Вот встань, как ты обычно стоишь? Сейчас тебе легко вот стоять? Так. Вот так, да, я стою, да. Руки вперед чуть-чуть. Да, ну немножко тут не выпирает. Потерпишь, это будет удар. Надо будет голову опустить. Пускай. Расслаблено, все расслаблено. Нормально терпишь. Еще разок. Нет, напряжена, расслабься. Давай. Терпи, кошка моя. Все, выпрямляйся. Ну все. Ну видишь, уже меньше стало. Вот. Был такой пук. Ну, вот так вот это, мне кажется. Нет. Это жирок остался. Это, да? Это уже жирок, надо будет его массажем набирать. Еще смотри тогда, ложись сюда на живот. Ну давайте за один раз не будем, все, вы не спешите, я вам еще с удовольствием приду. Я же понимаю, что это все. Один прием с холки просто такой попробуем сделать. Вот сюда локтями вставай. Ого. Без молотка? Без молотка. Вот так? Не, ложись, лежа. Угу. Без молотка. Без молотка, да. Локтями. Упирайся себе в лоб. Да. Теперь в челюсть опираюсь вот так. Ага. Стойте, чуть-чуть вот так. Пожалуйста. Чтобы лицо мне не дало. Челюсть, чуть. Как удобнее, да, так и делай. То есть мы этот сколиоз, кифоз грудной тоже поправили. Все, можешь вставать. Класс. Вставать и делиться впечатлениями. Я здорова. Хочется посмотреть на то. Отлично. Пропал. Ну, вставай, у меня, да. Перед зеркалом, да, вот вставай. Вот. Муж видел. Удивляйся. Да, с чем я пришла? Видишь, острого нету угла. А можешь руки расслабить просто опустить вниз? Просто живот. Ну, соответственно, мне кажется, все равно чуть-чуть у нее левая сторона ниже. Ну, не знаю, тебе виднее, наверное. Мне так кажется. Чуть-чуть все равно влево. Левая сейчас ниже чуть-чуть. Нет. Может, в следующую? Процедуру мы эту берем. Не все давай, сразу. Давай, как я говорил, да, все сразу нельзя. Ты сама себя тренируй, старайся стоять вот так вот, не гибая голову. Я предлагал, когда у нее прям усталость, вечером с
палку просто вставляет. А, с палкой, да, палочку-то вставляешь, ходишь. Да. Потом сверху так вставляешь, сверху ходишь. Тоже у тебя палка будет лежать вот здесь. И, например, угу. через нее локти вот так вот, да? Ну, а тут все равно, наверное, соли какие-то скопления за долгое время, то, что вот находилось в таком же положении. Там все, и соли, и остеохондроз, и жир там, да, и позвонки выступают, это все. Все, да, подается то... лечению. Спасибо большое. Не надо идти на операцию, приходите к нам. Коллега Гудвина. Пока-пока, друзья. Пока.